Сегодня у нас 13 августа 2016 года. Это мы находимся на Южном пруду возле Потеряевки. Вон там бульдозер, тракторист. Вот он. Тракторист тоже у нас сегодня. Сейчас обед проходит. Вот потом уже вот мы тут делаем слив с братьями. Вот обедаем тоже сегодня. Сегодня у нас молочный суп, молочная каша, лепешки. Последний день перед постом успенским. Лепота, березы, клены, осина. Прохладки сидим. Вообще, какой курорт? На курорте все чужое, чужая постель. Все свое. Интересно, как. Солнце через лесу временами проходит, временами нет. Сегодня надо было нам воды. Воды смачивать, там саманить. А воды нету. Вспомнил? Ты вспомнил? Угу. Тут низинка. И там шел, видимо, СК-150. Самый могучий трактор. И колею пробил, ну, вот такой глубины, наверное. Ну, прошел сначала, Никита даже не заметил. В траве. Она колея заросла, и я лопатой отодвинул, и там блестит вода. Ну, мало-мало. Но, видимо, это был самый низ, и он растянулся до низ на метр. С перерывом-то. Он сбегал за кружкой, и я начал ковырять под водой камень. Вообще. Лопата не берет. Полгидра набрали. Вычерпали все. Если отстоять, можно было пить. А что такое, что где скучий на народ? Вот он у меня, кажется, на форуме. Там видно Москва, здания, и люди один на одном. Этаж на этаже. Это ужас. Даже смотреть на это страшно. А тут вот все, сидим, никого нету, пожалуйста. Мы были в доме у Мулы, в Баку. И столов нету. Потеряли свой тархан, там кол, ковер. Мы сели, арбузы нарезали на полу. А у нас не так. Стол, стул. Лужков куда бы ни поехал, у него сборный стол и стул. Мы живем по-другому. И хуже других. Молоко, лапша. Лепешки напек Володя. О, еще такие лепешки. Смотри. Вода, это компот. А курсы, правда, большие. Там достаточно пряники. Да. Так можно жить. Садись, Володя, с нами, поешь. Угу. Колени не разогнешь. Я готовлю городьбу, столбы. Там вот без меня все сделать. Владимир Иванович туда не идет? Нет. Он вчера пришел на ветерок сюда.